Как заработать на валютном рынке? Меня зовут Роман Корнев, и вы на канале о профессиональном трейдинге. И анализ трейдинга разделяется на две области. Это фундаментальный анализ и технический анализ. Я занимаюсь скальпингом, торгую интрадей и использую технический анализ. И я показываю разворотные точки, и сейчас покажу, как заработать на этой неделе, какие есть разворотные точки, где цена разворачивается, и можете на этом заработать. Кстати, на прошлой неделе все мои сигналы отработали в плюс, поэтому обязательно переходите на мой канал по ссылке в описании, подписывайтесь, а также на мой телеграм-канал, там я оповещаю о важных новостях, на которых вы можете заработать сами, либо с помощью моего торгового робота, который тоже, если вы клиент на маркет, сможете получить бесплатно. Пишите в мой телеграм, и я вам его предоставлю. Итак, начнем с евро-доллара. Евро-доллар в восходящем тренде. На недельном графике мы видим, что цена может дойти до уровня 61,8. Там я ее жду. Но пока что это будет, наверное, не скоро. Поэтому давайте посмотрим поближе. Вот на D1 видно уровень поддержки. Вот уровень поддержки у нас. Здесь есть разворотная точка, от которой можно будет покупать. Но и эта точка тоже, скорее всего, будет реализована не скоро. Давайте посмотрим еще поближе. На графике H1 мы видим линию поддержки. От нее можно будет покупать и зарабатывать на росте. В ближайшее время, может быть даже в ближайшие часы, цена может достигнуть этого уровня. В районе цены 1.0858. Кстати, досмотрите до конца, обсудим экономические новости, которые могут повлиять на доллар, а значит и на евро-доллар. Там будут новости по инфляции в Америке. Британский фунт также находится в восходящем тренде. И видно, что скоро он может дойти до уровня 61.8 по Fibonacci. Это в районе цены 1.2746. Здесь можно будет поставить заранее даже отложенный ордер и ожидать снижения от этого уровня. Новозеландский доллар пробил, вот мы видим такую шпильку, пробил линию поддержки. Сейчас замер, но я думаю, что он пойдет дальше вниз. Если он пробьет линию поддержки, уйдет вниз и потом вернется обратно к этой линии, это будет уже зеркальная линия сопротивления, от нее можно будет продавать, зарабатывать на снижении. Поэтому ставьте алерты. Кстати, как ставить алерты, оповещения в MetaTrader. У меня есть отдельное видео, смотрите обязательно. Вот, и дожидайтесь, когда цена до сюда дойдет. Австралийский доллар, немножко похожая ситуация, тоже пробил уже линию поддержки. И вроде бы как ее уже стоит аннулировать, потому что вот столько пробитий было. Но вот я вот вижу, что несколько раз цена подтверждала. Вот смотрите, вот здесь вот она отбивалась от этой линии, уже дважды зеркальной. По сути дела, здесь вот тоже топчется около этой линии, что укрепляет ее немножко, укрепляет. И я ожидаю, что если цена уйдет дальше вниз и будет также возвращаться наверх к этой линии, то все-таки она еще раз себя может отработать. Это будет зеркальный уровень сопротивления. Поэтому рассчитываем на эту разворотную точку тоже. От нее может быть заработать на снижении австралийского доллара. Канадец франк вроде движется вниз, но ничего не исключено. Если все-таки пойдет он опять вверх, то здесь его будут ждать две линии сопротивления. Линия сопротивления в районе цены 0.6808 и еще выше 0.6891. От них можно будет ставить ордер на продажу и зарабатывать на снижение. Кстати говоря, первая линия, она практически горизонтальная, поэтому можно ставить даже отложенный ордер. Австралийский доллар к канадскому доллару приближается, уже приблизился к уровню Fibonacci 61.8. От него можно будет покупать и зарабатывать на росте. Здесь уже прям вот, конечно, около линии уже была коррекция, но не столь сильная. Все-таки мы видим, вот в предыдущий уровень 50 отработался хорошо. Здесь была коррекция практически 1500 пунктов. Поэтому думаю, что вот эта маленькая коррекция, которая здесь была, это еще не в полную силу на себя отработал. Я думаю, можно будет здесь тоже купить и заработать на росте. И в частности рассматривать этот уровень как долгосрочную точку роста. Вот такие сигналы на эту неделю. Напоминаю, что полный обзор можете посмотреть по ссылке в описании на моем YouTube-канале. Ну а сейчас давайте посмотрим экономические события, на которых можно тоже заработать на этой неделе. Я думаю, многие заметили, что в последний день прошедшей недели, в пятницу, увеличились спреды по многим инструментам. Это было связано с праздниками. И праздники, оказалось, продолжились. И вот уже наступает Пасха в западном мире. В понедельник тоже будут праздники. И тоже, скорее всего, будет не очень благоприятный день для торговли. Поэтому я, наверное, рекомендую воздержаться. А вот со вторника уже можно начать торговать. Новостей во вторник особых нет. А вот в среду индексы по инфляции, индекс потребительских цен по США, целых три новости в 15.30. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, я вас предупрежу. Здесь будет сильная, я думаю, волатильность. Направленное движение здесь ждать не стоит. Однако, если оно будет, то можно поторговать на коррекции. Это лучше, чем вот лезть в пекло и не понимать, куда пойдет цена. К тому же сейчас закончился рост процентных ставок во многих странах. Он уже, вот сейчас будет по Канаде, тоже посмотрим.
Вот дальше видим по Канаде 4,50, 4,50, то есть остановился рост, новость выходит, но роста скорее всего не будет. Вот, и поэтому новости начали отыгрывать в обратную сторону. Последние повышения процентных ставок, на них цена реагировала в обратную сторону. Вот, это уже означает о насыщении рынка ликвидностью и начинает отыгрывать обратно. Поэтому лучше сейчас не рассчитывать на направленное действие, а рассчитывать на коррекцию. Значит, 17.00 решение процентной ставки в Канаде. Далее будет публикация протокола FOMST. Для начинающих могу сказать, что такая неприметная новость может грозить потерями, потому что в этот момент очень сильная волатильность бывает, непредсказуемая. Причем она может продолжаться долгое время, потому что новость, видите, без каких-то данных. Вот, и она начинается, и там публикуются эти протоколы. Особенно вот выступления тоже бывают. Человек поступает, глава там банка, еще какой-то политик, экономист, чиновник, и это просто продолжительная новость, которая может вначале дать импульс какой-то цене, и потом через некоторое время еще опять какой-то импульс возникает. Поэтому здесь будьте осторожны. В четверг по Австралии изменение уровня занятости. Ожидается снижение уровня занятости. Это негативный фактор. Скорее всего, австралийский доллар просядет. Но новость рано утром. По Британии будет ВВП новость. Также снижение. Также ожидаю снижение ВВП, да, и снижение курса британского фунта. Также индекс потребительских цен в еврозоне в Германии на евро повлияет. И число первичных заявок на получение по безработице в США. Здесь также снижается количество заявок. Это положительный фактор, поэтому курс доллара может вырасти. Ну и в пятницу ничего особого не предвидится. Напоминаю, что если вы клиент компании A-Markets, то можете получить моего торгового робота бесплатно. Переходите по ссылке в описании к этому ролику на мой канал. На моем канале ссылка под любым видео на Telegram. Канал, на мои контакты, пишите мне, я подскажу, как его получить. Также, если вы только начинаете торговать, напоминаю, что у меня есть базовый курс для начинающих с нуля. Сейчас до конца месяца на него скидка 25%. Переходите на мой канал, тоже под любым видео будет ссылка на мой курс. Ну, а я желаю вам успешной торговли на этой неделе. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если было полезно. Торгуйте с удовольствием. Всем пока!